друзья! Подводные истории! Морских глубинок день настает, весь озорной и забавный марин живет. Он к друзьям плывет опять, что до вечера весело с ними играть. Нет дружней ребят, нет для них преград. Им приключения скучно никогда не бывает. Океан хранит столько тайн, нам предстоит их узнать. Ну так чего же мы ждем? Вперед! Давайте начинать! Нас приключения ждут под водой, и вместе справимся мы с любой бедой. Но к вечеру мы домой вернемся спать, чтобы завтра с друзьями продолжить. Изобретение мистера Кана. Ребята, наш город был номинирован на приз за самую чистую воду. Ух ты! А скажите, что мы должны делать, чтобы наш город выиграл приз? А? Главное — содержать город в чистоте. И нам дадут больше баллов, если в городе будут виды рыб, находящиеся под угрозой вымирания. Да, Лоджик, ты совершенно прав. По-моему, наш Лоджик знает все на свете. Так значит, мы должны заботиться о рыбах? Да, Альто. Альто, если ты не будешь пускать газы рядом с рыбами, этого уже будет достаточно. Это не проблема. Но в школе-то рыб нет. Было бы здорово, если бы Аквавиль выиграл приз за чистую воду. Да, было бы неплохо. А мы можем помочь как-то городу выиграть приз? Приз? Помните, учительница сказала, что город должен быть чистым. Точно! Давайте собирать мусор. Собирать мусор? А я хотел на горке у мистера Кана покататься. Но мы можем сначала убрать мусор, а потом покататься. Вперед! Очень странно, но почему-то в урне не было мусора. Да, у нас тоже. Хотя я точно знаю, мы его туда выбрасывали. Да, я сейчас вспоминаю, и у нас мусор тоже был. Лоджик, что скажешь? Не знаю. Я в этой области не силен. Что это? Что-то я эту статую никогда раньше не видел. Из чего она сделана? Похоже на какой-то металл. Она стреляет кормом для рыб. Очень странная машина. Таймер активирует пружину, которая толкает корм для рыб. Кто бы ее ни сделал, он наверняка очень любит рыб. Лучше бы она чем-нибудь вкусным стреляла, а не каким-то рыбным кормом. Альто, ты неисправим. А теперь на горку! Да! Столько консервных банок во всем городе не найдешь. Но почему он их просто не выкинет? Наверное, ему некогда. Давайте ему поможем. Ладно, я уберу больше тебя. Я так не думаю. Китовая акула, морской слон, гигантская треуголка. О, тут пишут, что они все под угрозой вымирания, потому что море очень грязное. Что? Ты боишься, что тоже вымрешь? С тобой все будет хорошо. Вода в этом городе очень чистая. Что? Глазам не верю. Неужели он со вчерашнего дня столько съел? Теоретически невозможно. Тут какая-то тайна. Какая тайна? Ну, это знает только мистер Кан. Ну вот. Да что мы стоим? Давайте браться за дело. Что скажут судьи, если увидят мусор? И я снова у тебя выиграю. Ну уж нет. Как же я устал собирать эти жестянки. У меня из
из-за них кожа на руках портится. Ужас! А я все эти дни даже читать не успеваю. Так мы сегодня к мистеру Кану не пойдем? Вдруг там опять мусор? Сходим на минуточку. Ты опять туда пойти хочешь? Ну нет, кожа и так огрубела. С меня тоже хватит, я не пойду больше. Да ладно вам, ребята, там наверняка больше нет банок. Как же так? Давайте убирать. А я-то думаю, что за воры крадут мои жестянки, а это значит вы. Почему это воры? Мы не воры. Что? А кто же вы, если вы тайком похищаете мои банки? Да вовсе мы их не похищали. Мистер Кан, мы вам просто хотели помочь. Вот именно, чтобы наш город мог получить приз за самую чистую воду. Да, мы добровольно трудимся на благо общества. Хватит оправдываться! Положите мои банки и проваливайте! Немедленно! Моими друзья! Невероятно! Он назвал нас ворами! Да, я такая красивая! Как меня можно было так назвать? А я гений и вовсе никакой не вор! Но нам все равно придется убирать эти банки! А что, если он опять на нас рассердится? Гого прав. И наверняка он теперь будет сторожить свои жестянки. У меня есть идея. Мои жестянки. Мое сокровище. Мои жестянки. Мое сокровище. Откуда взялся этот торт? Что? Он живой? Ах так, хочешь поиграть? Первая фаза выполнена. А ну-ка, тортик, стой, я тебя съем. Стайка рыбок съела торт. Альто, приступаем ко второй фазе. Начинаю вторую фазу. Какая превосходная бочка. Уж я ей найду применение. Моя дорогая бочечка. Вторая фаза выполнена. Же тот болван, Альто! Здравствуйте! Зачем ты надел бочку? Это такой способ тренировки. Раз-два, раз-два. Вот глупец! Только время зря тратил. Мои жестянки, мое сокровище. Отлично! Теперь отнесем их в центр переработки. Опять вы? А ну-ка стоять! Он увидел нас! Разбегайтесь! Ребят, кажется, он отстал. Давайте отдохнем. Давайте. Я устал. Я так боялась, что он нас догонит. О, нет, мы сломали статую-кормушку. Ливи, ты чего так кричала? Да только посмотрите, у меня руки от этих жестянок совсем огрубели. Мои бедные, бедные ручки. Мы из-за твоих рук статую сломали. Что же теперь будет? Тот, кто ее сделал, будет очень зол. А починить ее можно? Ну, говоря объективно, это практически невозможно. А ну-ка отойдите. Я в эту статую всю свою душу вложил. Мистер Кан, неужели это вы ее сделали? Не может быть! Чтобы ее починить, нужны жестянки. Марин, ну-ка подай мне их. Что? Вы ее будете чинить с помощью банок? Так значит, вы эти банки собираете, чтобы такие статуи строить. Ваша статуя такая красивая. Даже такой гений, как я, не придумал бы, как использовать металл. Я думал, это просто мусор, а оно вот значит что. Молодец, мистер Кан. То мусор, это мусор. Только и слышно, что мусор. Если вы что-то выкидываете, это мусор. Но если это можно использовать, это не мусор, а сокровище. Ясно.
Мистер Кан, а вы из мусора, то есть из сокровищ, что угодно можете сделать? Ну, конечно! А? Правда, что угодно! Серьезно, наш город, правда, получил первый приз! Да, я это только что слышал лично от мэра. Он сказал, что судьям особенно понравилась статуя мистера Кана, которая кормит рыб. Я слышала про эту статую, но не знала, что ее сделал мистер Кан. Но он все равно странный. Мистер Кан – настоящий гений! Мистер Кан, а можете мне из жестянок воздушный шар сделать, а я на нем буду путешествовать? К штаб-квартире чердак сможете пристроить? Там будет моя лаборатория. А я хочу карету, как у принцессы, всю в цветах. Только она должна сама по себе ездить. А мне, пожалуйста, сделайте статую, которая стреляет конфетами, ладно? А мне кровать, которая показывает только хорошие сны, а то один спать боюсь. Хватит! Я вам что, волшебник? Я такого не могу! Да нет же, мистер Кан, не надо притворяться! Ну, пожалуйста, пожалуйста! Ничего я вам не сделаю! Мистер Кан, ну пожалуйста! Отстаньте! Кыш, кыш! Отстаньте! Сейчас приключения ждут под водой, а вместе справимся мы с любой бедой. Но к вечеру мы домой вернемся спать, чтобы завтра с друзьями продолжить играть. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть».